мы решили в этом году привлечь студентов к этому замечательному виду спорта ММА. И первый блин не стал комом. Заявилось 8 команд. Мы надеемся, что после этого, в следующем году, мероприятия среди студентов будут проходить регулярно. Всех студентов мы приглашаем в залы заниматься смешанными единоборствами ММА и принимать, конечно же, участие в наших турнирах. Очень приятно удивили некоторые студенты, очень хорошие поединки показывали, и достаточно техничные, и динамичные, зрелищные, и некоторые, видно, силу духа показали свою, поэтому я совершенно не разочарован уровнем наших студентов. На прошлых выходных в городе Дрезден проходил чемпионат Европы по смешанным единоборствам ММА среди взрослых. И Украина вновь, как и в прошлом году, стала общекомандно второй. В следующем году, конечно, хотелось бы стать как минимум второй не только на чемпионате Европы, но и на чемпионате мира.